Добрый день, хочу показать, какие у меня есть книги по мультфильму «Холодное сердце». Первый такой сборник Frozen. Disney Frozen 5 Minute Stories. История, 12 историй в сборнике. Истории небольшие, можно прочитать перед сном. Коротенькие такие истории. Текст легкий, можно посмотреть на фото разворотов. Здесь основная история, вот первая в пересказе, как в мультфильме идет вот это повествование. И 12 еще других приключений Анны и Эльзы. Olaf's Perfect Summer Day, Let It Glow, The Ice Game, Little Brothers, Troll Track, Olaf Waits for Spring, Across the Sea и так далее. То есть вот такие. Покажу картинки. Сборник размером А4, на каждой странице картинки, бумажные такие странички, не глянцевые, но иллюстрации помогают понять смысл текста. Обложка дутая, очень приятная на ощупь, глянцевые фигурки. Так, следующий сборник из 18 историй новых приключений Анны и Эльзы. Вот российская издательство «Эксмо детство» выпускает разные истории вот такими маленькими книжечками. И здесь вот как раз совершенно разнообразные 18 историй. Сейчас покажу оглавление. Можно даже посмотреть под постом на фото разворотов. Совершенно разные истории. Посмотрим сам сборник. Уже здесь странички глянцевые. Текст посложнее идет, но тоже, в принципе, вполне начинающие детки могут осилить, потихонечку прочитывая страничку за страничкой. Очень красивые иллюстрации, помогают понять смысл текста. И в этом сборнике 300 страниц. В прошлом сборнике 200, а в этом 300. На обложке блески вот такие светятся. Тоже очень приятная, красивая обложка. Ну и последняя книжечка, маленькая, но очень ценная. США у нас, Random House, издательство. Здесь полная версия, как в книге, как в мультфильме, простите. Полная версия. Идет повествование вот этой истории про Эльзу. Что с ней случилось. Вся книжечка такая черно-белая. И несколько вкладок цветных по мультфильму. Вот такие вкладочки, несколько штучек. Кадры из мультфильма. Ну, чтобы детям немножко отвлечься, поинтереснее было развлечься. 8 где-то вкладок. Вот. Но очень хорошо, вот кто тренирует чтение, что книжка полная. Вот. И, в принципе, текст довольно... Ну, текст сложноват, но осилить можно. То есть ребенка заинтересует чтение и справится. Кто же вот начал читать бегло, более длинные такие тексты. Итак, вот 3 книжечки на выбор, пожалуйста.